Сегодня я пришел поговорить с вами о болезненных вещах, болезненных темах, болезненных вопросах. Слишком долго западные евреи, включая западных ортодоксальных евреев, пытались спрятаться от дихотомии, от противоречия между некоторыми базовыми западными понятиями и еврейскими понятиями. Очень здорово и очень просто рассуждать о том, что думает еврейский народ. Вопрос вот в чем. Знает ли большинство евреев, что такое иудаизм? Вот в чем вопрос. Он не в том, сколько за меня проголосовало в Израиле. Большее количество людей или меньшее. Он не в том, много это или мало. Он не в том, достиг ли я своих задач в Кнессете. Вопрос в следующем: говорю ли я истину или нет?